Приветствую! В декабре 2020 года случилось красивое и редкое сближение двух планет в небе. Юпитер и Сатурн были так близко, что их можно было увидеть рядом в окуляре телескопа. И хотя это событие уже прошло, и многие о нем могли уже даже забыть, из своего опыта наблюдений я хочу вам сказать, что нас еще ждет много интересных астрономических событий. Многие из них непредсказуемы и этим интересны. Космос приготовил нам еще много сюрпризов. И многое можно увидеть даже без телескопа. А я покажу вам съемки, которые мне удалось сделать в городе. Погода у нас была пасмурная в те дни, и было лишь два вечера с ясной погодой, но мне удалось заснять планеты через подзорную трубу и телескоп. Выехать за город для качественной фото-видеосъемки, к сожалению, не удалось, но все же повезло полюбоваться, и с вами есть чем поделиться увиденным. Очень необычно было наблюдать две планеты так близко друг к другу, когда можно сравнить их видимые размеры. У Юпитера в ряд сияли спутники и просматривались полоски облаков. Сатурн традиционно украшен кольцами. Эти съемки были сделаны камерой смартфона, которую я подставлял к окуляру телескопа. Я пробовал обработать видео для стабилизации дрожаний, и получился вот такой снимок. Частый вопрос, почему не видно рядом звезд на видеосъемках подобного рода. Эти камеры, которыми, допустим, я снимаю, при экспозиции 1/30 секунды, при съемке 30 кадров в секунду, могут заснять лишь яркие звезды. Например, если навести телескоп на Сириус или на полярную звезду. Но ярких звезд не так много на небе, и они не всегда рядом с планетами. То есть для съемки более тусклых звезд, которые могут быть в кадре рядом с планетами, нужны экспозиции снимка более 1 секунды. При этом планеты уже будут пересвеченными яркими пятнами. Разница в яркости, динамический диапазон матриц и так далее. А вот так планеты выглядели в подзорную трубу с увеличением 20 крат. У меня на канале вы можете посмотреть съемки Юпитера, Сатурна, Луны и прочее через телескоп. Ссылки в конце видео и в описании. Подписывайтесь на новые видео, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски и трансляции. Всем удачи и ясного неба!